Высокая явка избирателей наблюдалась на 119-м участке, который разместился в детском саду номер 43. На данном участке зарегистрировано 2484 актюбинца. Два человека проголосуют на дому. Большой дружной семьей на участок пришла семья Турмановых. Супружеская чета Райгуль и Куандык воспитывают пятерых детей. Старший 10 лет, а младшая 3 месяца. Райгуль является членом Ассоциации деловых женщин. Вместе с молодыми пришли их родители, которые тоже сделали свой выбор. Выборы – важнейший политический этап в жизни государства. И никто не должен оставаться в стороне от этого события, отмечает молодая семья. Сегодня пришли со своей семьей проголосовать. У каждого человека есть свой выбор. Это наша гражданская обязанность, чтобы было все хорошо. Мы за наше будущее, я думаю, будет все хорошо. Голосуем сейчас за тех, кто реально переживает за наш город. За все лучше. Думаем, что все будет хорошо.